подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу легенда 4 метра шириной, 6 метров длиной, точно такую же, как вот эта теплица. Рядышком поставим новую, абсолютно идентичную. Данной теплице почти 2 года, все хорошо, хотят будет. Пока приехали, раскладываемся и приступаем к сборке. Теплицу мы поставили, обшили уже поликом стену. Осталось наклеить ленту, подеть профиля и все это прокрутить. Сейчас будем делать переливы и крыть крышу начнем. И затем все остальное. А все остальное — это обшить дверь, обшить форточку, доделать стеновые форточки, сделать форточный блок и установить систему подвески. Закончился монтаж у нас. Напоминаю, строили сегодня теплицу легенда 4х6. Копия той, что уже стояла на участке. Год назад поставили первую, сейчас поставили вторую. Практически абсолютно одинаковые теплицы. Ну-ка зайдем сюда. 4 стеновые форточки, 2 форточных блока на термоприводе. Дверь с форточкой, форточка в торце, в обоих теплицах. Все то же самое, форточный блок на термоприводе и 4 стеновые. Все стоит на брусе, брус 100 на 150, обработан антисептиком и покрашен еще тонирующим, покрыт тонирующим антисептиком. Каркас теплицы сделан из профильной трубы, 40 на 60 арки, также здесь 20 на 40 используется труба. По низу пущен отлив. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. По периметру торца установлен прижимной облицовочный уголок. Вот такие две отличные теплицы у клиента будут стоять долго и радовать его. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.